Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики Star, которые играют у нас с Авангардом Омск или Омская область, кому как угодно называть или кому как удобно называть. И я вам расскажу о том, как Авангард сыграл с Кунлунем Ред Старом по каждому периоду. Кто удалился, кто забивал, какая статистика была в каждом периоде, какая статистика была процентная в каждом периоде и свое мнение по каждой 20 минутке матча. Поехали! Дорогие зрители, подписчики, вот и завершилась у нас первая 20-минутка матча. Давайте же расскажу статистику первой 20-минутки матча. Я буду зачитывать ее по-английски, потому что континентальная хоккейная лига нам выдает ее по-английски. По-английски нам ее выдает пресс-служба Kowloon Red Star. Поехали. Shots 11-20. Shots 1 goal 4-14. Quals 0-1. Fetsovs 8-11. Black Cat Shots 2-6. Hits 15-10. Time 1 Attacks 2 минуты 13 секунд от хоккейного клуба Kowloon Red Star. Авангарда Омская область 5 минут 26 секунд. И пенальти 4-0. Да, я могу сказать, что по статистике видно, что 2 удаления заработала Kowloon Red Star. И удалился у нас Летти Мейкл и Бартли Виктор. Авангарда забивает Илья Михеев, и Авангард выигрывает с счетом 1-0. Может быть, Kowloon Red Star не успевает за хоккейным клубом Авангард, и вратарь не успевает за шайбой, так как Авангард больше находится в зоне соперника. И может быть, правда, не получается у Kowloon Red Star успевать за хоккейным клубом Авангард. Хоккейный клуб Авангард выигрывает Kowloon Red Star в первые 20 минутки матча. Да, и что я могу еще сказать по первой 20 минутке матча? А по первой 20 минутке матча я могу сказать, что хоккейный клуб Авангард удалился на 0 раз. Kowloon Red Star удалился на 2 раза. И Kowloon Red Star пока что проигрывает со счетом 0-1. Вот так хоккейный клуб Авангард у нас сыграл с Kowloon Red Star. А я с вами встречусь после второй 20 минутки матча Kowloon Red Star, который принимает у себя Авангард Омская область. И я расскажу о том, как Авангард сыграл вторую 20-минутку матча по процентной статистике. Вообще статистику расскажу. Расскажу свое мнение по каждой 20-минутке матча. Потом расскажу, кто удалился и кто забивал. А если ты хочешь спорить мое мнение или просто подискутировать в комментариях, если в записи, а если в примере, то в чате. Да, кстати, у меня новый микрофон. И теперь я свой голос записываю на новый микрофон. Концовку вы можете прослушать в новом звучании микрофона. А обзор и тест моего нового микрофона вы можете посмотреть на главной странице моего канала. Или же в описании есть ссылочка. В описании ссылочка есть. Переходите, смотрите. Я стараюсь для каждого своего подписчика. Когда что-то мне приходит, я сразу же показываю, обозреваю, так сказать, и тестирую на себе. А потом рассказываю, оставлю я себе или не оставлю. Хоккейный клуб Авангард сыграл первую 20-минутку матча, а я с вами встречусь после второй 20-минутки матча Авангард Омская область, который играет на выезде против Kowloon Red Star. Дорогие зрители, подписчики, завершилась на вторая 20-минутка матча. Давайте же я расскажу статистику второй 20-минутки матча. Я буду зачитывать ее по-английски, потому что континентальная хоккейная лига нам дает ее по-английски. Shots 14-19, Shots 1 goal, 10-11 goals, 1-2 Fetsovs, 13-11 Black Cat Shots, 2-0 Hits, 14-13 Time 1 Attacks, 2 минуты 59 секунд этого хоккейного клуба Kowloon Red Star, Авангард Омская область, 5 минут 19 секунд и пенальти 6-0. Мы видим, что удаление только у Kowloon удаление 3 раза. Удалился Леквист Сэм и Локхарт. Лукас удалились. Два игрока удалились. И удалился еще один игрок. Это Блэк Пеллет. Удалился на 2 минуты. А по забитым голам мы видим, что у нас забил Чудинов и забил Тейлор Бэк. А еще у нас забивает у Kowloon Red Star одну шайбу. Палола Олли забивает. Авангард выигрывает. Да, и что я могу сказать, что Kowloon Red Star по второй 20 минутке видно, что не успевает за Авангардом. Авангард больше владеет шайбой и не дает Kowloon Red Star и забить. Не дает больше одной шайбы.
не дает заходить в зону, мало дает заходить в зону авангарда. И авангард больше удерживает у Кунлуня шайбу. И авангард не то, что больше владеет еще шайбой, а еще по статистике выигрывает. По статистике мы видим, что по реализации моментов у авангарда 55 по реализации моментов, а у Кунлуня Редстара 45. А по владению шайбой авангарда 60, а у Кунлуни 40. Вот так как киноклуб Авангард играет против Кунлуни Редстар. Вот такое у меня мнение по каждому периоду. Ну, пока что два периода. Если у вас другое мнение, в комментариях оспорить или прокомментировать свое мнение, ну или рассказать свое мнение. Так что я с вами встречусь после третьей 20 минутки матча Кунлунь Редстар, который играет у нас с Авангардом Омской области или Омск, кому как угодно называть, или кому как удобно называть. Думаю, что все-таки Авангард выиграет. А интересная у нас 20-минутка матча будет последняя, третья. Не переключайся. Увидимся после третьей 20-минутки матча. Кунлунь, Редстар, Авангард, Омская область или Омск. Дорогие зрители, завершилось у нас третья 20-минутка матча, и давайте же расскажу статистику третьей 20-минутки матча. Она у нас такова. Шотс 15-14, шотс 1 гол, 7 на 11, голс 2-3, фэтсофс 3, нет, 9 на 9, блэкэт шотс 1 на 5, хитс 7-11, тайм он этекс 4 минуты 50 секунд от хоккейного клуба Кунлунь Редстар, а у Авангарда Омской области 1 минута 45 секунд и ФЦО, хотел сказать ФЦО, но нет, пенальти у нас 0-0, ударение было 0-0, получается у нас забили гол, 3 шайбы забили Авангард, а Кунлунь Редстар забил 2, и кто он забивает? 3 шайбы он забивает, Илья Михеев, Кирилл Петров забивает и Стай забивает, а у Кунлунь Редстар забивает только два игрока, это Парлет и Фонтейн забивает у Кунлунь Редстара, да. По зрителям неизвестно, сколько же у нас прошло зрителей, вот так хоккейный клуб Авангард играет у нас с Кунлунь Редстаром, да, у Кунлунь Редстар не получается все-таки выиграть Авангард, не получается никак, но забивает он много шайб, забивает он сколько же шайб, он забивает 3 шайбы, Авангард забивает очень много шайб, это 6 шайб, Авангарду помогло в защите и в атаке сыграть, что я могу добавить, Авангарда сегодня много чего получилось, давайте же расскажу статистику всего матча и будем завершать, так, шотс 40 на 53, шотс 1 гол, 21-36, голс 6 у Авангарда и 3 у Кунлуня. Так, фэтсофс 33 на 31, блэккэт шотс 5 на 11, хитс 36 на 37, таймон этекс 10 минут 2 секунды это у Кунлуня, а у Авангарда 12 минут 30 секунд и пенальти 10 на 0. По реализации моментов у Авангарда 60, а у Кунлуня 40, а по владению шайбы Авангарда 70, а у Кунлуня 30, это по третьей 20-минутке матча, а по всему матчу у Авангарда 80, это по реализации моментов, а у Кунлуня 20, а по владению шайбы у Авангарда 59, а у Кунлуня Редстара 41. Вот так хоккейный клуб Авангард сыграл с Кунлунем Редстаром, а я с вами встречусь уже в следующих видеороликах. Всем удачи, всем любви и терпения. Все, пока. Пока-пока. А также не забудь посмотреть мои прошлые видеоролики, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видеороликах на канале или премьерах. Ну и не забудь посмотреть, где я есть в соцсетях. Пока-пока.